Здравствуйте, друзья мои. Ну, сегодня будут несколько полезных советов. Значит, начнем сначала. Значит, это вот компотик для голубей. У меня есть тут такая, хоть и старая, но такая отсидка, тепли. Значит, отвар потом. Ну, ставим бутылочку, наливаем, чтобы вот эти как бы не пошли туда. Значит, что здесь находится? Щепотку, вот, ну, чайную ложку, пол чайной ложки на 3-литровую банку. Значит, корни девисила, несколько штук, там 5-6 штук шиповника. Значит, есть такой у меня сбор кавказских трав, продается в аптеке, щепотки этого. Значит, цветочки пиона. Тоже щепотку этих цветочков. Значит, здесь нету кородуба. В общем, сюда можно еще кородуба кидать. Тоже очень хорошая штука. Ромашка. Значит, ромашка. Крапива. Крапива. То есть тоже, ну, столовую ложку. Не больше. И гранатовые корочки. Значит, скажем, вот так, 2-3, ну, 3-4 вот таких долечек. Ну, как граната мы за это чистим. Так, и плюс дольками, тоненькими дольками, 2-3 дольки этого имбиря сюда налили, поставили. Где-то через полчаса, час. Можно выливать, заново заливать кипятком. То есть заливаем мы кипятком. Значит. И, то есть, это вы можете использовать вот эту траву не один раз. То есть, с одной банки, с одного раза можете взять 6 литров. Но мне как бы в день там почти 9 литров, 8-9 литров уходит этот воды. Они столько пьют. 2-3 дня достаточно. В общем, раз в месяц можно, я обычно как делаю, 10, ну, первое число там, допустим, каждое первое число я пою чектоником, 11 число пою чектоником один раз, и 21 число, ну, можете взять, короче, 2 числа, чтобы не забывать. Можете по дню, там, после чектоника еще день вот этим, да, пропаивать. Это замечательная штука. Здесь все кишечный тракт выравнивает, вытягивает, поднимает иммунитет. Штука обалденная. Можете и сами пить. Сейчас на паузу, дальше будем продолжать. Да, так, друзья мои, значит, отвар теплым не даем, то есть не надо прокипятить, потом принести налить этим голубям. Обязательно поставьте, что отстаивалось в прохладном месте. Теперь смотрите, второй совет, это поилка моя. Если не каждый день, хотя бы 1-2 раза в неделю, хорошенько отмываете. У меня тут еще, видите, вот тут такие резиночки стоят. И вот еще такая фигня стоит, когда я хочу, чтобы она вот как бы боком стояла. В общем, тут подставляю. Не хочу, вот этот, обыкновенно уголочек. В общем, сейчас я на паузу поставлю. Ну, поскольку у меня поилочка легенькая, чтобы она не переворачивалась, вот так резиночкой канцелярской фиксирую, чтобы она не упала. Потому что, ну, бывает, когда мало становится голубя, раз, она переворачивается. Значит, ну, наливаем сейчас компотик, посмотрим, как они, наши шизики. Голубятни с утра открыл, почистил. Сейчас еще один совет буду давать. Посмотрим. Еще один совет буду давать. Да, ну тут еще одна беда у меня получилась. Вот смотрите, обычно в это время года голубей становится меньше, потому что копчик бьет. Блин, у меня получается пополнение. Вот еще один прилетел. Ну, перед этим черенок прилетел, где он? Нет,
такого же типа. Так вот, чуть в штанишках. Ну, значит, на улице. И прилетел вот этот голубенок. Ну, этого голубенка, вы помните, это вот спад этих. Чилька и красный белоголовый голубь. Вот так вот, битенький головой голубь, папа. Помните, он хорошо там тянул, уже пил, переворачивался, что-то, ну, толком не отпишался. Я когда выезжал, выкидывал, это было несколько месяцев тому назад, ну, явно, до 26 сентября, потому что, ну, вот как вот эта война Карабахская начался, я уже как бы не так относился к голубям. Значит, прилетел, сюда прилетел. Ну, даже, по-моему, голубочка должна быть. Тут есть другой желтый, ну, челенок, вот он. Это не он. Есть еще старший желтый, который недавно хищник, ну, копчик хвоста выдрал, у него хвост уже вырос. Ну, тоже, наверное, на улице. Не знаю, где. А, ну, здесь нету, вот. А, не, вот он сидит. Вот он. Это не он. То есть, ну, вот это другой, хотя они как бы похожи, белоклювые. Значит, ну, я сейчас на паузу поставлю, дальше расскажу. Так вот, значит, продается вот такая штуковина. Это как опрыскиватель. Здесь налит у меня формалин. Значит, формалин разбавляется 200 миллилитров на 5 литров воды. Значит, ну, шпателем выгреб и прямо в голубятни. Так, вот. Насесты, где голуби стоят, обработайте. Можно каждый день делать. Сколько чистите, вычистили шпателем. И обязательно обработайте. Не бойтесь, ничего страшного. Дверь открыта, не отравится. Тут большого количества не идет. В общем. Да, ну, это я попозже доделаю. Сейчас посмотрим. Ну, погода у нас, как всегда, нелетная. Вот тут сидят. Что, неужели в небе голубей нет у меня? Никто не захотел? Как нет? Вон они. Вон они. Вот одного вижу. Вон четыре их вижу. Видите? Вот они в тумане. Вот они. Так. Мороз хороший. Сейчас посмотрим. Да, минус 12. Снег идет. Погода замечательная. Ну, это вот лед. Видите, вот даже. Вот покажу, как вода замерзла. Аж бугорки. Ну и кормим на свежем воздухе голубей, друзья мои. Как всегда, не боитесь, они не замерзнут. Для голубей еще не придумана обувь, чтобы ноги не замерзли. Да и носки тоже не надевают. Они спокойно, нормально все это переваривают. Все это. Вот. Это, по-моему, дикарь какой-то подлетел ко мне. Это из пескунов. Да, это дикарь, у него даже структура крыла, по-моему, другая. Он еще сейчас сюда сядет. Ни хрена себе. Эй, дурит, тебя тут не хватило. Ну, надо будет убирать. Форма клюва у них другой. Стойка другая, сейчас вот покажу. Стойка другая, но если я его сейчас научу здесь кушать, потом я от него не избавлюсь. Дурин, он еще не уйдет. Ну, вы видели, столько времени ко мне практически дикари не прилетали. Потому что корма хватило. Ну, сейчас снег идет. Ну, конечно, с кормом у них туган. Поэтому, ну, они вынуждены будут подлететь. Вот оно, видите? Интересно, да, как я сходу же определяю, что это не мой, это дикарь. Блин, 150 голубей в голубятне, а я его сходу выделяю, что это не мой голубь. Видите? Он сейчас зайдет и в голубятню.
Ну, сейчас я на паузу поставлю. Значит, убить их не надо. Надо взять, по ногам отлупить и выкинуть. И он уйдет и больше к вам не вернется. Ну, если уж вернулся, ну, ловите, вывозите, выкидывайте где-нибудь. Он уже понял, что тут опасно. То есть, берете тоненькую веточку, вот такую тоненькую веточку, и прямо по ногам хорошенько лупите. И все, он уйдет, он не будет. Потому что у животных очень хорошо развито самосохранение, инстинкт самосохранения. Животные, в отличие от людей, не будут 20 раз попадать в одни и те же самые проблемы. Там, где им опасно, они... Вон там один тоже отдельно, раньше не знаю. Да. Они будут обходить. То есть этот дикарь будет мой дом уже обходить. Он еще второй сверху щекидывает себя. Ну, как бы вот так, дорогие мои. Только не поленитесь, делайте. Обязательно делайте. Значит, то есть голубятню чистить надо. Поилку промыть надо. Голубей иногда удивлять надо. Их удивлять надо. Площадку чистить надо, чтобы голуби надо. Ну, понимаете, ну а как вы хотите? Ну, так просто не бывает, надо трудиться. Просто так ничего в этой жизни не бывает. Как говорить? Без труда не вынешь рыбку из пруда. Поэтому, друзья мои, трудиться надо. А самое интересное, вот каждый день, там чуть-чуть, полчаса, 15 минут уделять внимание, у вас все будет в идеальной чистоте и в порядке. У вас не будет голова болеть, вы будете кайфовать. А вот как только забрасываете, потом столько проблем появляется. Это вот как человек в запой уходит, да, он ушел в запой, ничего не понимает. Запой выходит, блин, там тысячи проблем накопились, а ведь можно было не создавать эти проблемы. Вот этот красный, это отец вот этого желтенького. Ну, как бы вот так, беда. Вместо того, чтобы убавить голуби, блин, они же и прибавляются. Я уж не говорю, что там рождаются каждый божий день скорлупа. Скорлупа. Ну, на улице холодно, видите, мороз, однако. Однако мороз на улице. Да, ну тут еще ноги надо постоянно чистить, потому что снегом зайду, там будет. Вон скорлупа валяется. Вон скорлупа валяется. Вылупились. Детеныши. Ну и сами детеныши там сидят. Оп! Молодец. Ну как бы вот так, дорогие мои. Трудитесь, не бойтесь. Будет все замечательно. Будет все замечательно. Ну, эти тоже сейчас соскочили уже. Тем более, эти были. Как бы вот так. Все как обычно. Вон дурочка наша. Дура. Пойдешь ты или не пойдешь? На птенцах сейчас сидит. Посмотрим, может и сорвется. Это давно. Дура, пойдет вверх или не пойдет, не пошла. Хитрые. Ну, сейчас попробуем. Пойдет. Нет. Если пойдет, то пойдет. Если не захочет идти, то она не пойдет. Вот она. Это вот бессмертная дура. Ну, туман конкретно. Не захотела найти. А если она не ходит, вот он кутю-кутю-кутю-кутю выворачивает. Красота. Лепота. Пусть даже полминуты, но все равно кайф. Ну, эти поперли уже. Эти поперли. Те там наверху еще приподнимутся. Жизнь продолжается. Удачи всем. Удачи всем.
этого проверить. Сейчас посмотрим, как он в состоянии-то. Он пришел. Как у него сбоем? Как у него сбоем-то? Ну, бой должен быть обалденный. Бой должен быть обалденный. Ну, что-то пока... А, крылья выдернуты было. Вон она растет, маховый. Вот она растет. Ну, я его показывал, когда он пищалкой уже стоял, тянул бедолагу. Не дали толком бой взять, да он ушел. Не дали. Вот он пошел, красота. Вот. Ну, задатки есть, это самое главное. Вот он. Практически вот в таком состоянии я этого голубенка выпускал. Вот точно так же, вот там генералчик. Вот точно так же он там тогда стоял. Это было несколько месяцев тому назад. Он еще только пищать прекратил. Поэтому еще один совет, дорогие мои. Голубей, чтобы они бой взяли, ума набрались, надо гонять. Понимаете, надо гонять, вот он. Ну, через некоторое время покажу я ему. Да, вот он пошел на посадку. Ну, сами понимаете, да. Ну, во-первых, у него и кольцо на ногах, кольцо его не, у него не снимали, у челенка снимали, а этого на месте. Так. Ну как бы вот так, ну там еще есть, холодно, замерз, курочки уже рискованно вышли на улицу кушать, и жизнь продолжается. И все, благо.